Ой, твою мать, это что такое? Женя, Женя, ты где? Женя, иди сюда. Привет, Анечка, привет, Анечка, как дела у тебя? Ты дурак, ты дурак, что ты с собой сделал, а? Да я просто вот зубочисткой решил прочистить это, в магазине там продавцу. И, короче, забрал одежду на Хэллоуин, понимаешь, костюм. Костюм Джека Воробья на Хэллоуин? Да, он вообще-то очень страшный, смотри какой. Ты дурак, посмотри на наш дом, смотри, ты видишь дырки эти? Красивые дырочки, это такой дизайнерский ход, да? Да ты дурак, это муравьи за ночь сожрали наш дом, а ты ходишь костюм на Хэллоуин выбирать. Ох, твою ж мать, ребята, короче, давайте ставьте большие пальцы вверх и считайте то, что Женечка вообще придурок. Он костюм выбирает, а муравьи тут дом едят, а? Ну, а вообще-то костюм тоже очень важно, то есть, понимаете, нужно быть дизайнерами в душе. Так что, ребята, ставьте большие пальцы вверх, если вам нравится мой костюмчик, вот и... Не-не-не, лучше лайки, потому что Жека реально дурак. Жека! Нам нужно найти ресурсы получше. Ты видишь то, что муравьи тупо разносят наш дом? Однажды ночью они нас сожрут вместе. Ну, знаешь, у меня есть одна идея. Ну. Я вот когда вот бегал в магазинчик, видел там одно такое странненькое местечко. Вроде бы это была шахта. Шахта? И что ты там... Вот. А, ну, в принципе, мы там сможем какие-то камни добыть, да, там застроить наш дом. Да, и мы сделаем не деревянный дом, а каменный. Ну, хотя бы одна светлая мысль у тебя в башке тупой. Ладно, давай, побежали. Тупой, я гений. Mm-hmm. Так, что куда мы идем? Ты меня веди, ты же только что сказал. А, ну да, мы идем, смотри, мы идем вот сюда. Я вот тут такой бежал, тут был, короче, рядом магазин. Вот. Ну. Я там зубочисткой так вставил в зубы ему, короче, и вытащил из него всю одежду. Нифига себе. А, так вот, смотри, я тут такой бежал, вот, пел. Вот. А что пел? Пел «Во поле береза стояла». Ну так вот, смотри, вот такая вот здесь дырка была, я вот подумал, что это шахта. Ты дурак, я туда спускаться не буду, ты видишь, какая там высота вообще? Так у нас же есть листочки, мы можем на листочках так полететь, как в прошлый раз. Ой-ой, ну давай ты первая, только после тебя. Ой, господи, вообще изи. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ладно, да, давай. Ты понимаешь, что ты меня чуть не убил. Ладно, все. Лови меня, лови. Ловишь? Смотри, лови. Ловлю. Ой-ой-ой, что творит? Давай. Ты куда так улетел, а? Далеко уже. Так смотри, как же... Ты, короче, смотри, вот ты выбрасывай точку, потом снова бери его, понял? Так будешь... Ни хрена себе совет! Я чуть не разбился, спасибо тебе! Вот я тоже чуть не разбился, я уже приземлился. Так, жди меня. Давай, быстрее, ну шевелись своей жопой, давай. Да подожди ты! Ой, лови, давай. Ловлю, давай, быстрее. Все, так. Отлично. Нихрена себе. Что теперь? Ты меня сюда привел, я откуда знаю? Я тут не был, я испугался этой дырки и пошел к тебе. Ну вот смотри, а где ресурс? А вот смотри, нифига себе, золото, железо, но мы точно никак не добудем. Не сможем, да, копать, у нас же нет инструментов. Ну дверь открывать бесполезно, мы уже пытались с тобой вчера, поэтому... Слушай, подожди, по-моему там был еще какой-то проход, вот здесь. Да, я видел. Ну давай. А если там будут какие-то пауки, еще какие-нибудь пещерные монстры, что мы будем делать? А у нас есть выход, как ты железную дверь откроешь? Ну ладно, пойдем. У нас же зубочистка есть, вилка есть. Мы уже. А еще щетка для зубов вообще. Да, во. Давай. Смотри, какая-то дырка. Ой-ой-ой. Давай ты первый, ты меня сюда привел. Так, ну ладно, хорошо, я иду. Эдичка, главное не смотри вниз. Главное, просто не смотри вниз. Ой, ладно, я вверх смотрю. Ой-ой! Ну что-то голова кружит. Лава там, лава была, нифига себе! Это еще что такое? Так, давай. Одни неприятности. Дальше. Слушай, смотри, тут какая-то паутина, тут, видимо, эти пауки лазят. Нам нужно туда перепрыгнуть. Я лечу! Помогите, я лечу! В смысле летишь? Куда летишь? Ты видел? Меня вверх подбрасывает. Ни хрена себе, ну да я попробую. Давай. Как это вообще? Давай. Реально! Офигеть! А ты знаешь, наверное, какой-то пар славы исходит. То есть мы очень мелкие, очень легкие, нас подкидывает. Ну что, Эдичка, пойдем вперед или нет, или будем умирать по очереди? Ну давай, вперед. Ты первый, Жека. Смотри, здесь, в общем-то, лазили пауки. Видишь, паутина, да? Ага. Ну и что мы делаем? Жаль, что мы делаем с паутиной, мы по ней ходим. Вот. А ты так... Я не успел спросить, ты уверен, что до нас выдержит? Ну как вижу, выдержит. Да, я вас уверен. Да. Просто... Опа! Нифига себе. Нифига. Ну вот, ты ходишь, прикольно. Прикольно. А чё дальше-то? Везде лава. Ну вот смотри, мы же выяснили то, что она нас может поднимать. Во, смотри, Жека, смотри. Полетел. Да. Ух ты, ё-моё. Нифига себе. Так, давай приземляться вот тут лучше. Мы вообще не знаем, что там дальше. Всё, я приземлился, давай. Ой, так, ты где?
Так, я вот тут забираюсь наверх. Подожди, дай руку, дай руку. Давай, давай, давай. Опа! Фу. Так, сейчас давай наверх. У нас такая проблема, а куда мы вообще... О, смотри, что-то вижу вот там, впереди. Где? Вот, впереди что-то вижу. Вон там. Да реально, там какая-то дырочка есть. Так, давай еще раз. Давай еще раз перелетим. Полетели, полетели, полетели. Так, еще раз паутинка, да? Так, пошли по ней. Сейчас я. Опа! Давай ты. Чуть ты упал, чуть ты упал. Давай, давай. О! Фу, сейчас, дальше. Опять взлетать? Нам нужно туда долететь. Ты уверен? Ты уверен, мы туда сможем долететь так высоко? Нужно попробовать. Давай, 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 летим, 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 летим. Ой, жди, жди. Сейчас, сейчас. Давай, давай. Так, лечу. А теперь сюда, походу. Да, все, я тут. Давай, 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 давай. Нифига. А что там дальше, что там дальше? Ты видишь уже? По лесенке, да, по лесенке. Алмазы, смотри. Нихрена, дай себе, Женечка, мы богаты сейчас. Офигеть. Офигеть, а как их добыть, как их добыть? Я не знаю, может, над зубами, да, зубами? Да, нет, вилкой, 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 давай, подкоп, давай, подкоп. Давай. Ой, нет, не получается. О, слишком тяжело, слишком тяжело. Ай, алмаз, алмаз. Нифига себе, смотри, 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 что тут. О, да, кстати, да, смотри, да. Вот эта дверь, через которую мы не могли пройти. Мы обошли, походу, все, да? Какая-то вагонетка даже. Вагонетка. Вагонетка. Слава богу, то, что они не работают, так бы мы тут не прошли, они бы тебя просто сбили, да? О, куда? В смысле, куда? Куда? Куда я еду опять? Ты меня чуть не задавил, ты что, дурак вообще? Папа! А ну вылезай оттуда. Я вылез, я ты, вылез, я ты вылез, в курсе? Вылез. Ты меня чуть не задавил. Извини, дедечка, я не специально. Все, уходим отсюда. Ну, дурак. Смотри, смотри. А, золото! Ну почему мы не можем это все добыть? Я бы вот этот мог добыл. Вот, вот этот, вот этот. Вообще. Что это было? Я не знаю. Что это такое? А что за фигня жесткий? Женечка, что это за фигня была? Я, знаешь, я вот от страха, у меня просто я пукнул и сюда подлетел. Я больше туда не пойду. Давай мы эти блоки трогать не будем, я просто не представляю, что я это такое. Я не пойду дальше, я боюсь. Давай, давай, намер... Ну, оставай, ладно, оставай, оставайся там. Ша... Иду, ну, иду. Ага, иду, все, испугался? Иду. Давай, давай, давай. Оп! О, смотри. Это, кажется, комната шахтера. Нифига себе, даже дверь открыта. Давай вот так зайдем лучше, чтобы он нас не спалил. Ага. А думаешь, тут не спать? Ну ладно, давай, давай, через дырочку. Подожди, а что мы делать-то будем? Стоп, давай план продумаем, что не понял. Как план? Ну, шахтер, у него там ресурсы должны быть 100%. Мы что-то там стыбзим, и все. И убегаем, да? Да, да. Только что, главное, чтобы он нас не заметил. Так, проходим, аккуратненько. Так, так, давай, давай, спускайся. О, ой, так, ищем ресурсы, ищем ресурсы. Я уже вижу сундучки. Какие большие вот эти? А, вот маленькие есть. Маленькие, да. И забираем, забираем быстрее, забираем все. Забираем, забираем, забираем. Ух ты, нифига себе, так, так. Эдичка, Эдичка, забирай, я пока тебя, я его это отвлеку. Эй, тупой шар. Давай, 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 Эдичка, забирай. Да, я все забрал, а ты? Я еще забираю, я еще забираю. Давай, 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 быстрее, 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 быстрее. Так. Что теперь делать? Я не знаю. Смотри, этому дураку вообще пофиг. Его тут грабят. Назад, 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 назад. Двери закрывают, двери не закрываются. Не закрываются. Убегай, убегай. Быстрее. Быстрее. А мы не продумали, как нам обратно вернуться. Вот сюда, сюда, куда проход есть, быстрее. Ты уверен? Ну что-то есть. Лава. Давай, давай, взлетай, да, взлетай, взлетай. Быстрее, 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 ой, быстрее, ой, 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 куда она вообще ведет? Ты уверен, то, что мы туда? Я не знаю, просто наверх, летим наверх. Ой, давай, 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 давай. Он уже близко до шахтера. Да все, он нас тут уже не догонит, он тупо тут не пролезет. Хотя да, сейчас. Ой, вот дурак нарвался на шахтера. А смотри, смотри, смотри. Это выход. Выпустите. Так, у меня есть одна идея есть. Чего, чего? Главное, не переживай. Какая идея? Так. Да ой. Ты закрыл меня, ты что, дурак есть вообще? Идея. Есть идея. Выпусти! Жека! Ты меня похоронил заживо! Как я тебя выпущу? Что ты вообще сделал, а? Я выбираюсь наверх. Вот дебила кусок. Быстрее, 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 Эдичка, немедли. Как мне выбраться? Ой. Ты там влезешь, нет. С тобой только куда-то ходить. Все, это был последний раз, честно. Зато у нас есть ресурсы, все хорошо. И нас чуть не убили три раза.
Ну, и это наоборот, приключение. Все, давай домой возвращаться, застроим эти дырки и пойдем спать. Я что-то устал. Я вот тоже устал, поэтому... Слушай, а у нас же все остальное это из дерева. Ну ладно, пофигу, потом уже из дерева. Да поменяем, главное, чтобы ночью муравьи не забрались. Застраивай дырочки. Опа, на крышу. Сюда. Сюда. Давай, работаю я пока спать. Сюда. Ты охренел. Я тебе жизнь спас 3 раза, а ты еще так относишься ко мне. Ладно. Все, давай, спокойной ночи. Давай, все. Все. Спи давай, Жек-воробей. Капитан Жек-воробей, тебе.